Обратный отсчет продолжается. До старта самого масштабного мультиспортивного события страны 30 дней. Самые яркие моменты олимпийской истории Беларуси сегодня представили на фотовыставке в Минске. На снимках белорусские спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет. Больше 180 работ в одном проекте «Беларусь олимпийская. Яркие страницы». На выставке можно было не только изучить историю, но и прикоснуться к легендам спорта буквально. В коллекциях фотографов есть множество очень эмоциональных кадров, таких кадров, которые мне навеют тоже множество воспоминаний, эмоций. Через кадры, представленные сегодня на выставке, видим, что спорт идет по жизни с обществом вообще во все времена и, наверное, является таким очень важным мотивирующим фактором для всех направлений жизни. По-настоящему яркая получилась церемония открытия. Одновременно разрезали ленту больше 20 спортсменов. Не только рассказать о прошлом и настоящем белорусского спорта, но и оценить его олимпийское наследие – главная цель проекта. А еще все собравшиеся вместе запустили «Яскравое лето» – акцию в поддержку белорусской команды на вторых Европейских играх и призвали каждого присоединиться к фотомарафону, чтобы запечатлеть и тем самым сделать еще ближе главный спортивный праздник этого лета.